Добрый день, друзья! Хочу показать вам сегодня несколько комплектов, которые выполнены из ювелирного стекла. Выплавлены они в огне вручную. Вот перед вами комплект «Изумрудные волны». Он из асимметричных серег и кулона. Вот такие вот бусины. На каждой бусине вот такие вот волны из дихроического переливающегося стекла. Замочек гипоаллергенный с фианитами. И внизу также подвесочка с фианитом. Вторая сережка выполнена аналогично, но только немножко по-другому собрана. Тоже гипоаллергенный замочек с позолотой, фианиты и волны из дихроического переливающегося стекла ювелирного. И небольшая бусина кулон. Очень красиво смотрится на тонкой и изящной цепочке. Вот. Такой аккуратненький бел крепление петелька. И бусина также с волнами. Элегантный, красивый комплект в приятном сочетании оттенков. Комплект, который я вам хочу показать, интересная у него форма бусин, свободная форма бусин, фриформ, выполненная из бирюзового красивого муранского стекла. В сами бусины вплавлено чистое серебро, это фольга серебро 999. Вот. Красивыми интересными подвесочками, кокетливо покачивается при каждом движении. Радированный замочек гипоаллергенный. Серьги комфортного веса, легкие и абсолютно комфортные, удобные. Свободная форма, очень приятное украшение. Третий комплект, который я вам хотела сегодня показать, это кулон и серьги лилии. Посмотрите, как красиво выполнен цветок. Лепестки нежно обрамляют бусину. Посмотрите, как. Замочки у серег имеют покрытие серебром, гипоаллергенные. Такая же абсолютно идентичная, похожая. Вторая бусина, вторая сережка. Имеет достаточно высокую сложность сделать две одинаковые лилии. Кожа не по формочкам разливается. Довольно сложно сделать две одинаковые лилии в сережке. Вот. И кулон. Тоже так же красиво, изящно обрамлена бусина. Вот такой кулон. Красота. Очень нежное, изящное, цветочное украшение. Ручная работа. Дорогие друзья, если вам нравится моя работа,
Большая просьба ставить лайки, подписываться, потому что это помогает продвижению канала. Спасибо большое вам всем за внимание. Всего доброго. До новых встреч.